Привет, привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Тут мы поговорим о царапинах на машинах и покажу, как легко я избавляюсь от них. Царапины на машине неизбежны. По вашей вине или нет, рано или поздно они появляются. Каждый автовладелец мечтает избавиться от них. Особенно, если машина новая или куплена недавно. Существуют многие методы для избавления с этой неприятности, но я покажу, как я легко удаляю. Все очень просто. Достаточно иметь дома хотя бы вот такой дрель, желательно с маленькими оборотами, так как при больших скоростях вращения лак и краска на кузове автомобиля слишком греется, что является нежелательным фактом. Еще нам понадобится вот такая специальная губка, или можно применить даже вот такие. Продаются они на любом авторинке или в магазинах для ухода автомобилями. Проще всего их найти в специализированных автомагазинах, где продаются краски и всякие принадлежности для покраски и ухода машин. Я, например, заказал на Алиэкспрессе. Идем дальше. Что нам еще понадобится? Еще нам понадобится специальная паста для полировки. Купить ее можно на Алиэкспрессе или специализированных автомагазинах, где продаются краски, лаки и аксессуары для ухода автомобиля. Вот эту маленькую баночку я купил всего за $1, и оно мне хватит. Наносим эту пасту в том месте, где наблюдается царапина, или можно чуть на губке намазать. И начинаем полировать. Уверяю вас, эффект вам понравится. Всем удачи и спасибо за просмотр видео. Ставим лайки и подписываемся на канал.